Сань. Юсуф хэд нүшуға. Нөбөз смач үсхуау. Жүйлэ жабавш үс температур дэгуя. Ора градус негөз ошта. Зарпаады гол атап жуэр тэзагуэта. Я не знаю, с чего. Я в лекарствах не разбираюсь. Вообще, я обычно в больнице лежу. У меня месяц была температура. Месяц вообще не могли ни лекарствам, ничей вообще забить. Вообще. И вот. Нет, ни документов не было, ничего. Это в Ставрополе было. У меня из-за того, что место меняю, у меня температура начинается. У меня с температурой поехала, но у меня больше вот из-за нервов, у меня больше начала вот эта температура, и вообще она не сбивала, вообще. Ну вот, у меня месяц температура была. Как я приехала, я потом в больницу легла. В больнице лежала. Я в больнице была два раза. А сейчас у меня снова температура поднялась. Я как сердцем чувствовала сегодня, что у меня температура поднимется. Я по там аптека, я в Сити-парке работаю. Духи продаю. Я как сердцем чувствовала, что у меня поднимается температура, потому что у меня начинает ломить, вот все тело ломит. У меня 39 сейчас. Она начинает ломить все тело. Потом у меня начинает вот этот воздух горячий идти. Я изначально горло болело. Да, из-за горла. У меня с горлом проблемы. Надо операцию делать. И я... Ну, организм с чем борется? У меня иммунитет слабый. Это у меня с рождения, у меня иммунитет слабый. Сколько раз у меня на море, когда я была маленькая, я постоянно вот в неделю раз болела. Каждую неделю я болела. Вот, 3-4 дня. И 2-3 дня нормально, а я опять болела. И... Мама с папой решили меня на море отвезти, потому что там сказали, что иммунитет поднимется. Мне ни витамина не хватает. Витамины нужны. У меня еще и с почками проблема. У меня пиелонефрит. Да, смело можно. Клянусь. У меня пиелонефрит началось, когда я родила в раннем возрасте ребенка. Он давил, потому что у него его вес большой был. Я его родила 400, а мне 16 было. Поэтому на почку дало, и вот у меня теперь пиелонефрит хронический острый. Двухсторонний, кстати. Ну, сейчас и почки, и тело, все прям болит. Ужасно. Это ужасно, когда я болею. Когда у меня температура поднимается. Когда у меня первый день температура поднимается, я его не чувствую. Когда она понижается и опять поднимается, тогда уже чувствую. Потому что у меня начинает
вот трясти начинает. Прям ужасно. Начинаю плакать, прям. Там мне надо много чего. Дома сейчас есть только вот это. Анальгин называется. Ну, единственное, я ненавижу, когда я потею. После пота опять пехотно. Ковид. Ковида нету. Много чего придумали. Но куда это все исчезло? Нет этого ковида. Сейчас придумают, люди зомби становятся. В это начнут верить. Спасибо большое. Мы переоденемся, зачем плотная одежда? Не, я еще не потею. Ну, просто как сердцем чувствовала. С детьми в доме чё? Это что значит? Я вот такой градусник взяла. И такой. Ну, электронный. Вот. Рублей 450 стоит у меня зарплата.